15 ноября сотрудники филиала «Единый оператор» города Каспийска провели очередные рейдовые мероприятия по выявлению и отключению безучетных и бездоговорных пользователей услуги холодного водоснабжения. На этот раз представители организации посетили коммерческие объекты. На данном моменте мы произвели отключение по объекту Ленина 15А за задолженность сумму 30 тысяч рублей. Также мы произвели отключение по Гамзатову 43А бездоговорного объекта и Октябрьской 7В. Тоже бездоговорной объект. Кроме того, отключения прошли также в районе Афган-городка. Отметим, что подобные рейды проводятся еженедельно. В связи с этим представители филиала «Единый оператор» города Каспийска убедительно просят жителей встать на учет во избежание отключения водоснабжения и водоотведения. В противном случае на нарушителей будут составляться акты для выплаты административного штрафа.